В детском саду «Звездочка» воспитатели учат детвору основным правилам дорожного движения. А ребята, в свою очередь, вооружившись знаниями, блещут ими перед родителями. Им скоро в школу. Они уже почти взрослые, знают, как правильно дорогу переходить. Нужно смотреть по сторонам, нужно переходить только там, где есть зебра. Если зебра светофором, нужно только по светофору. Учить можно долго, а вот в форме веселых конкурсов, да еще с мамами и папами вместе, дети с легкостью усваивают нужный материал. Команда собирали головоломки, на скорость преодолевали участок дороги. На импровизированном автомобиле всей семьей. Дети – самые незащищенные участники дорожного движения. Для того, чтобы они четко знали и соблюдали правила дорожного движения, им необходимо доносить информацию в игровой форме. В летний период также запланированы мероприятия в детских оздоровительных лагерях, школьных площадках. Родители понимают, что уже сейчас, с малых лет, нужно приучать ребенка к правилам, которые нарушать нельзя. Цена – здоровье. В нашей семье есть транспортное средство, дети довольно часто с нами катаются. И с тех пор у нас уже возникают некоторые дискуссии даже. Видите ребенка рядом с дорогой, на дороге, вы обязательно должны уступить ему дорогу. Потому что ребенок маленький, он правил дорожного движения, как правило, еще не знает. Поэтому всегда надо быть готовым к тому, что он может в любой момент выскочить на дорогу. Учить своих детей, учить чужих детей. И самое главное – соблюдать правила дорожного движения. Маленькие знаки и родителям напомнили, что на них нужно обращать внимание. Наконец важнее на свете дорогу переходит дверь.